феврале 2021 года в Нидерландах случилось чудо. Выпал снег. А это значит, что за последние 5 лет в Нидерланды пришла зима. Сначала пришла метель, но для голландцев это совсем не важно, и все ринулись гулять. Потом пришли ясные дни, ударил мороз, застыли пруды и озера. И несмотря на правительственный запрет о массовых скоплениях во время эпидемий, все вышли кататься на горках и коньках. А многие дети увидели зиму впервые за 5 лет. Ух! А я лошадь. Я точно могу сказать, что голландцы запомнят эту зиму не строгим локдауном, протестами и погромами. Они запомнят эту зиму как настоящую зиму, полную снега и веселья.